купаться на озеро и поплавать. Сыночек, пока. До свидания. Я уплываю в дальние страны. Были мы на островок и нашли яйцо чайки. Вот оно. Тут везде перья, все такое разбросано. И вот гнездо ее. Такое вот красивое яйцо. Мы на берегу, и вот мы нашли норы. Вот одна нора, вон вторая. В них вот еще норы. А вон там тропинка для выдры, по-моему. Это, возможно, выдровские норы. Но мы точно не знаем. А сейчас рекламная пауза. А вы знали про мой инстаграм? Залетайте на него и посмотрите, что я там выкладываю. Вот пришли мы на озеро. Вот такой здесь заходик. Вот озеро само. А вы знали вот интересный факт, что в этом озере яма 42 метра вниз. Здесь, говорят, никто не водится, но есть рыба. Часто в ручейки заходят мальки разные. Вот это озеро. Оно очень теплое и красивое само по себе. Это я вот сейчас в воде держу, очень красивое озеро, оно переливается часто золотым цветом. Оно вообще очень красивое. И очень прозрачное. Можем увидеть дно. Берега, вот здесь просто прозрачное дно, можно, наверное, идти метров 4 просто идти. Но потом уже глубоко становится. Водичка прозрачная, вот. Такая, вот тут тропинка вот идет. Там мостик. Вот там. Ну, вот тут вот. Мостик, вот ручеек. В этот ручеек часто рыба заходит. Ну, мальки.